Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я буду готовить торт из кабачков. Приятного вам просмотра. Я очистила от кожуры и семян кабачки. Нарезала на удобные кусочки и сейчас натру их на крупной терке. У меня примерно 500 грамм кабачков. Добавляем яйца. Я добавлю 3 штучки, они у меня мелкие. Одну чайную ложку соли, пол чайной ложки смеси перцев, 7 столовых ложек муки, и все перемешаю. Тесто на блины готово. Оно не должно быть жидким, чтобы удобно было переворачивать блины. Теперь на раскаленную сковороду с добавлением растительного масла выложу тесто. Разровняю ложкой наши блины и буду их обжаривать с двух сторон до румяной корочки. Итак, жарим все блины. Их у меня получилось 5 штук. Отставлю их в сторонку и займусь соусом. Для этого нужна сметана 400 грамм, 4 крупных зубочка чеснока, кабачки очень любят чеснок, соль пол чайной ложки, специи пол чайной ложки, и мелко порубленную зелень, у меня укроп. Все перемешаю. Соус тоже готов. Теперь возьму сыр. У меня пластиками, а вы можете натереть на терке. Нарежу тонкими кружочками помидорки. Их нужно где-то 3-4 штучки. Ну вот, все приготовила, теперь займусь сборкой торта. Укладываю блин на тарелку, смажу его соусом. Выложу помидоры. И сверху сыр. Теперь следующий блин. Итак, все 5 блинов. Это блюдо хорошо для семейного ужина или в качестве праздничной закуски.
Я его украсила помидорками и зеленью. И посмотрите, какой красивый получился тортик. Теперь можно подавать его к столу. Попробуйте приготовить такой тортик, он вам очень понравится. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить пальчик вверх. Всем здоровья, пока-пока!